Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Доня, а также Кустик и Юрка. Мы находимся в GTA 5. Это, ребята, у нас битва автоугонщиков. Здоров! Хей, всем привет-привет. Ребят, сегодня мы с ребятами прибыли прямо на пляж Лос-Сантос. Именно здесь сегодня мы будем играть в битву автоугонщиков. Вкратце правила. Прямо сейчас мы спрячем по 7 крутых тачек друг от друга. И после этого постараемся их быстренько найти и провести как можно больше испытаний. Будет интересно, поэтому ставьте лайкусики. Мы готовимся, ребята. Так угоном. Поехали. Итак, друзья, сегодня я ставил только желтые тачки, вот такие вот желтые красавицы. И. Ой, что-то я. Что со мной? И, ребята, я их сегодня поставил 7 машин прямо в зоне. Вот я их отметил на радаре. Первая здесь, вторая, например, находится вот здесь. Вот. Третья, например, я поставил вот в таком вот месте. То есть, все 7 машин я поставил, ребята. И давайте так, пока я езжу, ищу машины ребят, вы в комментариях пишите тайм-кодики моих машин, когда я проезжаю около них. Вот, ну мы, ребята, поехали искать тачки Кустика и Юрки. Окей, друзья, мы готовы и стартуем на счет 3. 1, 2, 3, поехали, друзья. Let's go, у нас есть 10 минут. Там остался еще болтун. Понимаю, там Куста минусовался. Ребята, ну что же, давайте так. Каким цветом машины у вас были? Смотри, я ставил желтые. А я не скажу. Ты не скажешь? Ах, ты, я нашел первого. Фуфля, что нашел? Что нашел? Желтый нашел. Нихера себе, а кто ставил красный? Кто красный оставил? Ну слушай, там они понял. Максимально сделали. Да-да-да. Окей, за 30 секунд одну машину, в принципе, я нашел. Неплохо, друзья. В принципе, очень неплохо. Юрец тоже первую машину привез. А красный. Что такое? Я не вижу машин ваших. Что было? Посмотри, где я. Реально, там вдалеке красные машины прям на крыше. Нормально. Серьезно, серьезно. Офигеть. Такая изи машинка. Понимаю. Ну, еще, понимаю. Зафрижено. Короче, а на самом деле. Я заметил. Да, блин, ребят, ну круто, круто. Ребят, давайте так, пока я езжу, вот я ищу машины. Я знаю то, что вы глазастые, находите машины лучше меня, и я откуда-то. Что это? Как? Что там, кто там поставил красный на балконе, только колесо снизу увидел. Да, это нормально. Это я тоже спрятал это. Мы тупо машину Куста сегодня находим, так понимаю, да? Ну потому что я спрятал их в самом начале старта. Потому что мою еще не нашли. Кстати, да. Кстати, да. Мы еще машины Юрки не нашли. Есть такой прикол, да, чьи машины мы не находим, как бы у него меньше шансов найти машины. Есть такой прикол, да. Окей, но там я видел, у Куста была звезда во лбу. Ребятки, так вот, если я машины нахожу, как бы, ну, вижу, но их не забираю, потому что я просто не увидел их. То в комментариях там кодики пишите. Да-да-да, потому что. Подожди, а где ваши машины? Как их найти? Да. А вот раскрывай глазёны. Да-да-да, но слушай, да я ставил пакет их. На голове. О, желтая машина, нормально. Обычно пакет на голове надевают, ну, другим, как бы, персонажам. Ну ладно. Окей, на самом деле, друзья, пока тачки угоняю, я вот не знаю. Давайте так, вы в комментариях напишите, какая у вас самая любимая марка автомобилей. Желтая была? Что нашел? Что желтая? Желтая моя. Я да, красный Бугат нашел в секретном месте. В секретном месте? А, что там проволочка, наверное. Что за херня? Так, окей, понял. Понял инфу, в проволочке где-то есть Бугат. Да, кстати говоря. Понял. Хорошо. А что это? Это что такое я нашел? Это что, яхта? Это яхта? Серьезно? А как на нее забраться? А как на нее забраться? Так, а что? Нашел машину здесь, прекрасно. Так, прошло как бы тем временем 2:40, а у меня уже третья машина, я это золотая тачка. А кто золотые ставил? Подождите-ка, я видел. А Юрец, твои золотые? Твои золотые? Ну, он зеленый. Зеленый? А, зеленый? Подожди, а ты доходил, да, зеленую? Золотые мои тут. Как теперь узнаешь? А, понимаю. Так, только здесь, пожалуйста, ребята, как бы тачки не перепутайте, кто чьи где, потому что я привез. Мои слева стоят. Подожди, и Куст нашел Калинан, и Юр нашел Калинан. Чего? Типа, прикольно. То есть я ставил, да, кто-то еще ставил, да, два Калина. Окей, ребята, слушайте, ну прикольненько, на самом деле, потому что я вот думаю, а если все хорошенько. Ваша машина. Я нашел еще одну красную. Это что это? Как вообще? А вот и Бугатти, брат. Только она стояла не в проулке, понял, а на балконе. И сквозь балкон было видно, короче. А, в проулке еще никто не нашел мою тачку. Так, хорошо, понимаю. Серьезно? Я желтую нашел еще одну. Это моя четвертая. Четвертая машина получается, хорошо. А у Куста одна только получается. Я только одна, Ку-2 такая, да, есть прикольненькая. Куст пока прям, да. Куст, да, что-то прям сдает позиции. Такое. Давай, брат, ищи, потому что. Нашел лансер, нашел. А какого цвета? Чит-лансер, зеленый. Зеленый чит-лансер? Да. Охренеть. Ну, он не чит, конечно, но... Но он хорош. Он хорош, да-да-да. Так, ладненько, на самом деле... Я везу. Я хочу, знаешь что, мне кажется, что, ну, для такого огромного лайнера
На самом деле, такой огромной яхты. Стоп. Чего-то слишком мало, одна машина, поэтому... Ну там вторая была у куста, я забрал нормально. Я вижу на втором этаже еще одну, я не заметил сразу же. Иди ты находись. Хорошо, так давайте мы здесь проплывем, а здесь можно как-то забраться на него, интересно? Так, все, ну то есть нужно по идее как-то подняться наверх, а здесь прям по лестнице можно зайти. Стоп, а что-то еще есть? Вроде как нету ничего. То есть, подождите-ка, зеленая, ты нашел, да, одну зеленую, получается, сердца машину? И золотые, то есть... Я нашел еще желтую. Серьезно? Ах ты! Это, знаете, Ванька, да? Это моя. Твоя излюбленная ныча. Маэстро, это же, да-да-да. Так, ну по 7 тачек, друзья, как бы у нас здесь. А, Кус, у тебя копы, не привези их, это, к нашим, к нашей нычке. Кстати, да. К нашей нычке не привези их, потому что это будет жестко. А мне уже нету, я оторвался. Оторвался? А за кем копы? У меня уже 5 машин. У меня тоже 5. То есть мы с Рюцом вместе прям одинаково идем, а у куста пока только две. Раз, два, три, четыре, пять красных уже найдено. Да, кстати. До сих пор мою зеленочку никто не нашел. Желтых, и только нычку? Две моих, вы серьезно? Да, зеленочку? Да, да. Никто не нашел тачку. Может быть, там прямо здесь, что ли? Не, нету, не здесь. А где изёвая нычка? Не найдете, не такая изёвая. Реально изёвая прям? Да, прям. Слушай, ну ты так тоже еще ничего не нашел, поэтому давай тут без этого. Поэтому давай тут не выпендривайся. У меня две машины есть, это круто. Ну две-то да. Так, а что еще? Подожди, когда эти места, может быть, если прочекать, потому что эти умпу-лумпы, знаете ли, как бы всякое могут сделать. Они могут поставить машины вот здесь тоже, поэтому умпу-лумпы давайте-ка... Так, а если мы... Вы давайте зеленые ищите, слышь. Кстати. Закрывайте глаза на другие цвета и ищите зеленые. Так, брат, я не против. Я не против, на самом деле, но просто... А я нашел красную еще одну. Серьезно? Серьезно? Да, нет, за домом Тревора, вроде как, гомерчик. Кёнигсек. Регеру, что-то нашел, не понял. Нет, это гомерчик. А, гомерчик, все понял. А, так, давайте ради прикола прочекаем... Ты там был, брат? Что такое? На яхте был? Да все нормально там. Ну! Чего себе? Ой, я заглох, алло. Хорош. Так, ты был, да, говоришь, но я... Понимаю. Подождите-ка, ну-ка, давайте-ка посмотрим, проверим. Ничего нету больше здесь, точно? Потому что... Там пусто уже вроде бы, да. Потому что здесь как бы... По-любому, пацаны, пусто. А что... Да, если Юра говорит, что по-любому пусто, значит... Ну, что-то я в это слабо верю. Надо прочекать, а я что-то просто не вижу. Что, я врать буду, что ли? Да вот именно, что да. Вот именно, что будешь. Подожди, а где? Я ничего найти больше не могу. Я тоже не могу найти. Мне кажется, возможно, сейчас байтит просто нас так. И как бы, может быть, здесь что-то есть, но... Катайтесь, пацаны. Прошло как бы 6... А, нашел Rolls-Royce таки. Хорошо, прекрасно. Отлично, прошло 7 минут у нас с тем временем, друзья. Поэтому еще есть 3 минутки, я нашел свою 6-ю тачку, и в принципе посмотри-ка я свой... Посмотри-ка по цветам, сколько машин осталось. Кстати, да, нужно посмотреть, почекать, потому что интересно, какие вообще машины можно еще угнать. Так, получается, мне что... Мне бы все интересно, потому что вы мои нихрена не нашли. Я нашел желтую снова. О, хорош. Ну вот. Смотри, короче, получается, что Юркина найдено 4 машины. Раз, два, три, 4, 5 моих вроде как, и раз, два, три, 4, 5, 6 куста. То есть, в принципе... У тебя еще есть шансы найти тачки, Юрец, но очень мало. Ну, то есть, они прям сокращаются шансы. Я сейчас отвезу Мерседес и посмотрю. Тут проулок нашел кто-то. Посмотри, проулок, да, прямо с тобой. Давай вместе поедем, посмотрим. Не, слышь, давай-ка без запрещенных. Давай прям вместе поедем с тобой, я хочу посмотреть. Блин, а я нашел так, что байк, походу, отсюда тачку угнали. Возможно, если байк там стоит, значит, забрали, скорее всего. Так, здесь мою нашли тачку, а что мы здесь? Нашел зеленую, хорошо. Где она была? В гараже. Это ты про нее говорил? Нет, у меня красная. Это моя. Это Юркина, да, хорошо. Да, там напротив я тачку нашел, пацаны. И у второго моя стояла, я еще такой, хоп, думаю. А знаете что? Нормально. Это 7-я моя машина, то есть сейчас я уже и уйду как бы машины забирать те, которые должны быть ваши, по сути. То есть максимум каждый может по 7 забрать. 7 я нашел. И сейчас я поехал искать 8-ю. 4 тебе? Слишком много хочешь. 3 машины только. Много хочешь ты, баклан. Максимум 7, и ты поехал искать просто так, типа? Не, это не максимум, то есть... То есть на каждого по 7 рассчитано получается. Если можешь найти больше, ищем больше. Все очень просто. Окей. Так, а ну, если я мы сейчас... пока не вижу больше ничего. А если мы сейчас заедем сюда... А если здесь посмотрим? Здесь пусто. А здесь, да, здесь байк лежит. Блин, я сюда по самое начало не решился ехать. Здесь байк, оказывается, валяется. Это что-то нам не показалось? Вот зря, да, выходит зря. А что там красненькое что-то сверху? А, не-не-не. Да нет, показалось. Не показалось. Не, да, красненькая да. Даже не вздумай, еще зелененькие. Не, брат. Сейчас заберем. Ну, ребят, прикольненько, пока интересно получается, потому что непонятно. Осталось-то, ребята, уже меньше 50 секунд, если что, вас как бы оповещаю. Может быть, здесь?
Да где машины ваши? Так, здесь ничегошеньки нету, ну да, пусто. Одна как стоит бы... тачка вообще максимально прикольная, как вы до сих пор не заметили, это интересно. Серьезно? Прям место такое. Она прям прикольная? Место. Она прикольная? Нашел. Что нашел? Ты нашел? Я заберу быстрее. А, это моя ламба. Мою ламбу нашел. Да ладно. Да. Она была где? Где магазин, короче, этот ресторан рыбный, там вот напротив получается. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмая, красная, раз, два. Слушай, она неплохая. Вроде как желтую найти могу еще найти. Да, красную можешь найти. А все, красной больше нету? А я не знаю, сколько красных больше нету. А, то есть одна твоя осталась, да, получается? И что там? Или сколько? То есть моих ребята, машин не понаходили, 5, да? 5, 4, 3, 2, 1. Время закончилось, серьезно, друзья. Подожди, все, а да. Красную вы не нашли одну? Или нашли? Да, значит, мы не нашли одну. Итак, нашли, короче, нашли, давайте мы посчитаем 2, 3, количество 4, 5, машин. 6, да, красных. У тебя сколько получается? Мы... У меня 6. Юра нашел 6, машина нашел 7, машина Кус нашел... Сколько? 4. 4. Окей. Машины. Так, сколько моих не нашли? Здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одну мою, ребят, не нашли. Давайте я вам сейчас ее покажу. Так, мою одну не нашли, когда Куст говорил про лансер, я думал, что катался. Это мой. Я думаю, что Куст мой лансер нашел. Его не видно, он прям такой, ну, крышу знаешь, видно, но с трудом. Прыгни на меня, вон, прямо здесь на балкончик, видишь, вон он стоит. Вот на балкончике, вот он. А, да. Не сложно, но такое место, да. Так, что у вас еще мы не нашли? Так, где здесь у Юрки? А, я вообще забыл про... Вот отсюда видно крышу, а заехать можно вот отсюда. Это же вообще интересное место, такое нестандартное. Это изи, да. Я вообще забыл про то, что здесь можно искать тачки. Вот в чем проблема, я бы здесь нашел бы, это было изи очень. А что еще у тебя получается? Еще так, тоже здесь же, да, где-то? Посмотрим еще. Так, и где еще? Где? А, классика, здесь! Классика, ну это да, это текстурки, вообще. Это Феррари вообще, я понимаю. Окей, получается, что мы нашли из тачек Куста? Давайте посмотрим. Инсургент, у меня инсургент был, подожди, а где он? Давай. Вот он стоит, вот. Чего он, ты он? Его поставил, да, где? Он все, он просто посмотрим полностью. Я вот! Он на балконе был. Видишь, хвост вылезает. Это кусочек? Это вот этот бампер, это он? Нет, он был полностью виден, просто он багнул в текстуру. А, упал. Понимаю, окей. Ладно, обидно, ребят, потому что я здесь в бассейне тачку нашел, я бы его заметил. Наверное, да. Так, получается, что, ребята, по стоимости машины, у меня есть очень дорогая Bugatti, два Rolls-Royce дорогущих, и, в принципе, все. У Куста есть Rolls дорогой и очень дорогая ламба. А у Юрки здесь тоже очень дорогая Bugatti. У меня Bugatti, самая дорогая в мире. Да, и еще тоже Rolls и Koenigsegg, ребят. У кого дороже, в комментариях пока пишите, мы берем быстрые машины, поехали на первое испытание. Кстати, напишите в комментариях, какая у вас самая любимая игра. Например, я обожаю играть в GTA. А вы знали, что в GTA можно играть не только на ПК, а еще и на телефоне? Причем отыгрывая свою роль, став бандитом, полицейским или бизнесменом, покупая новые тачки, дома, устраивая погони и многое другое. Все это реально можно сделать в GTA на телефоне, скачав лаунчер по ссылке из описания. И что самое главное, в нее можно играть с друзьями. Ну и конечно, абсолютно бесплатно. Чтобы начать играть, тебе просто нужно установить лаунчер на свой Android. Далее ввести свой игровой ник и выбрать один из серверов. А используя мой промокодик, на первом сервере ты получишь 120 тысяч рублей для быстрого старта, который ты можешь потратить на свою первую тачку или же на целый дом. Окей, друзья, время для первого нашего испытания. Это испытание под названием Drag Racing. И здесь все очень просто, нужно быть первым. Первый зарабатывает 2 балла, второй 1 балл, третий 0. И стартуем на счет 3. 1, 2, 3, поехали, пацаны. И ну, Тесла сейчас всех только же сделает. Тесла, да. Кстати говоря, что ламба проигрывает Порше? Да. Нихера себе, ну может раскроешь ее еще? У меня максималка раскроется еще, у меня максималка-то всего 220. А сколько Куста? Ну да. 250. А все, да, пошел. 290, то есть я тоже уперся на самом деле, то есть максимальную скорость, но прям Тесла хороша, 300, дядь. Блин, вообще. Я, короче, хотел взять Бугатти, но я в нее не верил. Она бы ехала, конечно, под 400, но я думал, это... Тесла ее сделает. Тесла, ну там 300 ехала Тесла, поэтому да. Хорошо, мои 2 балла, у Куста 1, у Юрки 0, поехали на второе испытание. Итак, друзья, испытание дерби, 2 жизни, ну и поехали, попробуем, друзья. Let's go. Так, осторожненько. На самом деле, как бы втроем здесь... Ого, что по тормозам, Юрец, все в порядке, все нормально? Что такое? Ты у меня упал. Я упал у тебя? Нет, все нормально. Чё, в смысле, ты упал? Я не упадал. Что за гармошку мне сейчас устроили двойную, алло. Так, Rolls-Royce или же все-таки, ребята, Koenigsegg?
Ты такие Кёнигсэг. Кёнигсэг, да. Да-да-да. Ладно, раунд 2, поехали. Так, куст, объединяемся. В одного большого куста поехали. Так-так-так, а ну-ка иди-ка сюда. Слушай, сорняки. Так. Че сразу? Иди сюда, ты. О, нет, он вообще каменный. Я не удержался, да. Не, на вообще машина прям вообще... Не, меня машина вообще даже не повернула. Давай, куст, мы с тобой сделаем. Ну, бейтесь за второе место. Давай-давай, куст, поехали. Один раунд, поехали. На! Я не знаю, что за машина, вот пингует прямо у меня, падает. Я понял. Не, Мерин вообще ужасный. Хорошо, ребята, получается, Юрке 2 балла, Кустику 1. Мне 0, ребята, мы сравнялись по баллам и поехали на третье испытание. Итак, друзья, время для третьего испытания. Это у нас испытание «Смертельные шашки». И мы готовы, друзья, мы готовы к этому испытанию. Стартуем на счет 3. 1, 2, 3, поехали, пацаны. Полетели. Куст въехал в бота. Блин, ну Юрсаба как-то сейчас догнать, потому что... Потому что... На самом деле, буга, что вы поняли, уже с места 3 стоит. Я бы сейчас сделал, было привык. Пингуем? Реально, такое бывает. Это нормально для этого сервака. Да-да-да, это самый мимасик, что в первый раз. Ты у меня просто как попрыгунчик прыгаешь по дороге. Реально? Есть такой, а, ты отгоняешь меня! Будет страшнее, когда попрыгунчик тебя снесет к херам. Не было меня тут. Не было меня тут? Ну, да. Это я и говорю. Понимаю, блин, не, вообще. Не, пацаны, вы чё? Это вы где вообще? Ранил. Мы только развернулись, да-да-да. Да, ой. Развернулся ты. Я Юрку выкинул уже, по идее, алло. Нет? Нет. Серьёзно? Меня там девайки спасли. Понимаю. Так. О, Ку, здорово. А я решил сюда. А ты решил в обратную сторону проехать? Да, ну да, ладно, да. допустим, так, хорошо. Ну что, ребята, битва за одно очко, как говорится, поэтому полечку. Туалетная бумага у меня, пацаны. Ну, как говорится. Тому повезет. Все, я приехал. Не страшно. Ну я 250 еду, а ты сколько? 280. 270. Акустику вообще бумага не должна сюда прошла. Ну тогда он сам по себе листочки свои срывает. Универсальный. Притормози, универсальный ты, блин, слышишь? Тормози. Тормози! Нет, хочу первым. А Боба, тормози, первым. Ну, ты приехал. Да, ты приехал. Понимаю. Ладно, ребята, поехали на последнее испытание. Итак, друзья, время для последнего испытания. Это прыжок с горы Чилит, управляемый спуск, газ и тормоз прожимать нельзя. Ребята, я желаю вам удачи. Поехали! Кустик, не в писон. Кустик не в писон прописон, а я, ребята, полетел. Я полетел. Ту-туру-ту-ту-туру-ту. Так, осторожненько. Тормози, политун. Политун? Не могу. Или могу, но не хочу. На самом деле, как бы, ну вы прям около меня. Это все ваши бампера, двери. Ну блин, а у меня тачка так-то с наката прям вообще неплохо идет. Прям вообще неплохо идет. Оп! Так. Ина. Ух ты, собака! Собака? Кто кого? Я тебя подсечь хотел, не получилось. А, да? Я сзади ползу. Ага, ну слушайте, я прям иду первый, и прям тачка так-то с наката вообще неплохая, реально. Вашпи? Очень хорошая. Ах ты затычка! Кто там? Нормально, на мне стал бутерброд. А, серьезно? Бутерброд, пацаны, понимаю. Ну, ребята, я еду идеально. Вы все, вы застряли, да, уже? Ой, камушек! Но у меня бампер дальше у меня, как минимум, не знаю. Ну ладно. Камушек выталкиваю. Так, независимое судейство. Смотри. Ну, я понимаю. Бутерброд с маслом, да. Ребят, ставьте лайк, кузики, знака, прикольники, угарники, ролик. Спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.